Так вот, ребята, наш кемпинг. Вот в него въезд. Вот такой вот кактус замечательный на въезде. Вот такая парковка. Так, ребята, показываю курс наш кемпинг. Давай, закрывай. Охрана. С этой стороны ресепшн, ресторан, бар, магазин. Дальше жилой комплекс в ту сторону, туалет, душ и выход к пляжу. Беседка. Здесь жилой комплекс, комплекс. Здесь тоже жилой комплекс. Все построено ярусами. Туалет, душ, умывальник. Так, ребята, наш палаточный городок. Наше жилье. Двухместный номер на природе. Под таким деревом. Вот люди как отдыхают. Ну, каждый как кто приспособился. Вот кемпинг наш с другой стороны. Выход на пляж. Выход к ресепшену. А она? И туалет с другой стороны. Здесь такие более-менее цивильные домики. Но они без удобств. Ну просто чтоб крыша над головой. И четыре стены, да? С этой стороны посмотрите вагончики. Это пиццерия местная. С этой стороны магазин. Ресторан. Здесь ресепшн пока закрытый. Меню. Вот цены. Вот столовая. От нашего кемпинга до пляжа где-то метров 400. Но можно доехать дома на машине. До вот этой парковочки. Ну, отсюда до пляжа остается метров 100 еще, наверное, где-то. Вот, собственно, вход на пляж. Дальше уже только тропинка пешеходная. Ребята, это не фильм ужасов. Это так заканчивается наш первый день на Корсике. И вот такое наше сегодня жилье было. И такая же ночлевка будет и завтра. Ну, день прошел зато результативно. Мы посмотрели два замечательных пляжа на Корсике. Что вам сказать, остров очень замечательный. Мы не ожидали, что будем в таком восторге. Честно, не ожидали, что нам понравится. Красивое море, красивые пляжи и очень красивые горы. Всем спокойной ночи и до завтра. Ранненько утром мы встали и продвигаемся через пляж Силезия. По пути встретили коровку. Мирно посушились. Еще одна коровка маленькая. Вот еще одна.
наелась, отдыхает. По дороге на пляж можно встретить стадо коров. Ну, это худая корова. Осторожно. Вот, ребята, высохшая река. Бежала с гор и до моря не добежала. Закончилась. Думаем, что здесь она, наверное, под землю уходит потихонечку. Не хватает ей сил добраться до моря. Ну, это, собственно, и пляж Селеция. Вот такой вот он. Пока еще пустой. Рано утром. 8 часов только утра. Розовый песочек, как мы видели. Мы обещали только на Элафонисе, да. И он оказывается здесь есть. В Греции мы такой песочек встречали, розовый. И все нам втирали, что он только там. Уникальный пляж, уникальный розовый песок. Но мы его встречали уже, кроме этого места, еще, да. А что не такая-то и редкость. Так, ну мы хотим пройти этот пляж вдоль водички. В конце этого пляжа есть тропа, которая ведет к другому пляжу, который находится вот за этим мысом. За вот этим мысом находится еще один пляж, но он не такой большой по размеру, как этот, который называется пляж Лоту. И где-то до него 5 километров тропинка ведет. И думаю, часа за полтора мы управимся, дойдем туда. Видели. Выход в море для яхточек, для лодочек, не знаю чего. Ребята, я добрался до конца пляжа. Конец пляжа, начинаются скалы. Купаться можно, конечно, но уже не так комфортно.